dvhub.ru. Около 10 американских самолетов, которые бомбили мирное население многострадального Вьетнама. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Поэтому хочу поздравить всех защитников Отечества. Сегодня в рядах защитников Отечества не только мужчины, но и женщины. С этим знаменательным праздником пожелать всем крепкого здоровья, успехов, удачи, мирного неба над головой, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И с рассветом нам тихонько этот праздник принесла. День защитника отчизны, главный праздник всех мужчин. И поэтому сегодня мы поздравить их спешим. Будут родине служить, их девчонки дома ждут. Ждут своих ребят домой, летом, осенью, весной. dvhub.ru